В Москве разыскивают водителя спорткара стоимостью под миллион долларов, который скрылся с места аварии. Дорожные инспекции полагают, что ДТП устроил именно он. Произошло все ночью в центре города на Крымском мосту. Предварительная версия такова. Автомобиль «Феррари» на дикой скорости вылетел на встречку. Вероятно, водитель просто не справился с управлением. И там столкнулся с двумя машинами. Без погибших обошлось только чудом. От удара «Феррари» вспыхнуло и, несмотря на усилия пожарных, выгорело дотла. А вот водитель остался невредим. Настолько, что смог сбежать до приезда специальных служб. По свидетельствам очевидцев, его забрала другая машина. Что касается остальных участников аварии, госпитализированы два человека.